Приветствую вас, уважаемые читатели, друзья, подписчики моего канала. На связи с вами Роза. Просто Роза, друзья мои. Просто человек, который живет вместе с вами на одной планете, в одно и то же время. А мне послезавтра буквально исполнится 66 лет. Но, несмотря на это, несмотря на данные паспорта, я всегда стараюсь заниматься своим телом. И как раз, когда проходит год, хочется вспомнить свои предыдущие показатели по телу, да, и сегодняшние, как тело прореагировало на этот год. И сегодня, друзья мои, хочу показать, как я использую ленточный тренажер, такую вот ленту эластичную, 30-45 килограмм написано здесь на ней, вот эта вот тяга, да, возможности ее. Она уже у меня достаточно растянутая, наверное, больше года пользуюсь ею. Это тоже зависит, когда новый этот эластичный шнур, он более такой крепкий. И вот для сегодняшнего занятия нам понадобится эта лента и вот такой таймер, будильничек или просто часы, чтобы мы могли отслеживать время, которое мы тратим на выполнение того или иного упражнения. Я покажу вам несколько положений, как я использую эту ленту в быту, для того, чтобы иметь растянутое эластичное тело. Ведь когда оно у нас эластичное, мы чувствуем себя бодро и замечательно, друзья мои. Вот смотрите, ленту таким образом натягиваю и выдерживаю каждое положение в зависимости от того, сколько у меня есть время, друзья мои. Ну, не менее 10 секунд. Вот первая позиция, значит, расставляем ноги достаточно широко и держим ленту, пальцы растопырены. В таком положении прям отсчитываем 10 секунд, это минимум. Второе положение, мы наклоняемся в правую сторону, взгляд направлен в потолок, тоже 10 секунд. Третье положение, в левую сторону, взгляд в потолок, тоже 10 секунд. Четвертое положение, вперед. И тоже 10 секунд, друзья мои. Следующее положение, назад положение, тоже 10 секунд. Это минимум, можно больше, можно 30, можно минуту. Сколько сможете, друзья мои. Четвертое, ну дальше положение, натянутые руки вперед. И тоже выдерживаем какое-то время. Это статика, друзья мои. Статика. Во время выполнения этих упражнений вы заметите, что руки, вот со временем, значит, 10 секунд держим, еще не чувствуем, 20, 30, это на 30 секунде начинается вибрация, такая, значит, тремор, такой вибрация, вы ее прям будете ощущать физически. Вот именно эта вибрация дает все необходимые функции, которые нам вот необходимы для излечения тех или иных прорех, пробоин в нашем организме, друзья мои. У кого-то вывихи были, там удары, падения, переломы. Все это накапливается в организме, друзья мои. Да плюс фактор времени. Паспорт, да? И поэтому, друзья мои, чтобы все это не то, что преодолеть, да, преодолеть и жить, и радоваться этой жизни. Мы же для этого пришли сюда, да, чтобы радоваться. Нужно использовать вот такой ленточный тренажер. Еще раз объясняю, я по специальности физик, поэтому послушайте, научилась это тоже у физика. Вот смотрите, когда мы растягиваем первое классическое упражнение, ленту, да, и держим таким образом в натяг, держим и стоим минимум 10 секунд, а максимум 5, я могу продержать 5 минут, друзья, не секунд, а 5 минут. Вот, то мы ощущаем тот вот тремор, вибрация, в шнуре идет такая вибрация, вибрация, вибрация. И именно во время этой вибрации происходит такой процесс, что вот эти вот колебательные движения, да, помогают нам восстановить тот или иной участок, пробел, дисфункцию тех или иных суставах нашего организма. Я таким образом помогла себе, когда у меня был перелом лучезапястного сустава, видите, вот даже вот такая некая кривизна осталась, но я вместо 40-45 дней за 20 дней сняла гипс самостоятельно, друзья мои. Это отдельная история, как-нибудь ее расскажу. Значит, стоя я вам показала. Теперь второе положение, положение сидя. Положение сидя на коврике. Усаживаемся на коврик. Позу на колени.
И то же самое, друзья мои. Первое, самое классическое упражнение. Мы растягиваем нашу ленту и держим минимум 10 секунд, минимум, максимум, сколько у вас позволяет время. По минуте каждое положение – это вообще очень хорошие результаты. Значит, первое положение. Второе, когда вы наклоняете, тянете нижнюю руку вниз, а верхняя устремляется вверх, и взгляд тоже направлен вверх. То есть шея у вас не склоняется, а вверх. Вы почувствуете такое вот растяжение, тремор. Вот этот вот тремор, прям его нужно дождаться, друзья мои. Это и есть вот это вот самое лечебное действие вот этого упражнения. Дальше следующая позиция. Тоже дожидаемся состояния тремора, да? Прямо у нас часики тикают. Я сейчас в более обостренном режиме показываю, но вообще минимум 10 секунд. Дальше еще очень полезное упражнение для шеи и от головных болей. Ставим наш шнур вот таким образом на затылок. Вытягиваем ручки вверх и отклоняемся назад. Тоже минимум 10 секунд. Максимум сколько продержится, друзья мои, в зависимости от того, какая степень головной боли, болей шеи у нас присутствует. Вот таким образом тоже положение в наклонку, да? Наклонено вперед и отклонение назад. Тоже выдерживаем. Это статика, друзья. Мы дожидаемся, когда возникает тремор. Да? Отлично, молодцы. И теперь я покажу, как это использовать этот шнур в два раза свернутом состоянии. То есть перекручиваем вот так одну сторону. Перекручиваем, чтобы он у нас был такой короткий. Сразу так достать руки за плечом не все могут, поэтому используем это как вспомогательную ленту. Задача наша поставить наш локоть в положение над затылком. То есть тянем нижней рукой верхнюю, тянем и держим минимум 10 секунд. Улыбаемся. Первое положение, потом в этом положении наклоняемся. Тоже минимум 10 секунд. Отлично. Другая сторона. Другая сторона аналогично. Тянем нижней рукой верхнюю, так чтобы локоток занял позицию над затылком. Вниз тянем. Улыбаемся. Минимум 10 секунд. Дожидаемся нашего лечебного состояния тремора. Наклоняемся потом в этом положении. Я делаю более обостренно, но вы будете делать минимум 10 секунд каждую позицию. Отлично, друзья мои. И теперь ставим наши локоточки вот таким образом сюда. И запрокидываем за головой, за затылок. Делаем вот тут таким образом. Выстраиваем наши ручки, да, в классику. Открытая позиция. И немножечко наклоняемся назад. Минимум 10 секунд. Дожидаемся состояния тремора. Отлично. За затылок. Таточки. Вверх. Тоже хорошее положение. Дожидаемся минимум 10 секунд. Да? Наклоняемся вперед. Дожидаемся тремора. Минимум 10 секунд. Наклоняемся в правую сторону. Взгляд в потолок. Локоточек вверх. Тоже минимум 10 секунд. И в левую. Отлично. Отлично. И такое же свернутое положение нашей ленты используем для коленных суставов. У многих, особенно возрастных девочек и мальчиков, проблемы с коленями, да? Поэтому вот таким образом поднимаемся, раскрываем наши ножки. И вот здесь образуется состояние тремора.
заднее положение на носочках. Держимся за пяточку, поднимаем руку вверх. Тоже здесь натяг и вверх натяг. Держим минимум 10 секунд. Ага, улыбаемся. Другая сторона. Вы будете чувствовать, как все ваше тело вибрирует, друзья мои. Так, отлично. И в таком положении перемещаемся на носочки. Держим коленки открытыми и пытаемся выровняться. Поднять руки вверх. Колени при этом открыты. Все тело вибрирует. Вибрация – это очень полезная вибрация, полезное колебание. Если не хочет, нет силы раскрыться, то локтями помогаем. Помогаем вот таким образом раскрыть коленные суставы и тоже выдерживаем минимум 10 секунд. Отлично, друзья. Отлично. Еще раз подержим. Отклоняемся назад и соединяем наши ручки в замок. Вот замок так, чтобы вот таким образом. Вот таким образом. И наклоняемся. И тоже. А бедра у нас в состоянии тремора. Коленные суставы, бедра. Наклоняемся, выдерживаем необходимое время. Поднимаемся и можно покачаться. Да, и вот в этом положении уже вы свободно достаете одной рукой. Хватаете ваши ручки, немножко размяться. И другой рукой. У меня одна сторона растянута лучше, другая хуже. Но тем не менее, уже начинаете доставать. Второй рукой тоже. И наклоняйтесь. Отлично, друзья мои. Отлично. Убираем ленту и садимся на ягодицы. Далее, как в сидящем положении, использую я эту эластичную ленту для проработки наших стоп. Друзья мои, стопы прорабатываю в двух-трех положениях. Сначала спускаю ленту ниже, к пяткам. Вот здесь вот эти оба конца обвиваю вокруг запястья. И ровное туловище, скажем так, ровное. Грудь развернута. И начинаем работать стопами. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По 20 я работаю каждое положение. Затем поднимаем нашу ленту повыше, в середину стопы. И тоже 20 раз выдох на усилие. Растягивайте ваши стопы. И так 20 раз. И дальше поднимаю на уровень пальчиков. Потому что пальцы тоже надо тренировать. И то же самое. То есть три положения стопы. Ближе к пяткам, середина и ближе к пальцам. И таким образом вы очень хорошо разомнете, проработаете ваш организм еще и с точки зрения пяток, стоп, друзья мои. И затем, значит, вот такие вот каталочки я использую. Каталочки и плуг. Таким образом, значит, ухватились получше. Да, и делайте... Давайте вдох и вдох впереди, наклон и выдох назад. Достаете до пола. Вдох впереди и назад. То есть в данном случае шнур выполняет вспомогательную роль. Таким образом вы прокатаете еще свой позвоночник. И можно здесь еще поработать с плечиками. И укладываться. И вперед.
То есть возможности упражнения придумать очень много, друзья мои. Допустим, вот плохо разработан бедренный сустав. Это у многих, друзья мои. Мы не сидим на полу. И как его вот открыть? Это очень тоже важно, чтобы бедренный сустав у нас был открытым, эластичным. Здесь тоже используем эту же ленту. Вот таким образом я беру, значит, вот так. И сматываю. Немножечко, скажем так, вот делаю усилие такое, чтобы был натяг. И работаю таким образом. Папочку. То есть, чтобы было натяжение. Вот это натяжение. И таким образом припыхание. И припыхание с натяжением. Или просто подержать стадики. Тоже минимум 10 секунд. Максимум минута, две, три, четыре, пять минут. И таким образом мы прорабатываем все части нашего тела. Возможностей этой эластичной ленты очень много. Очень много разных положений можно проработать, друзья. Допустим, еще положение здесь за колено себя обмотали, а сзади за затылок, за шею. Вот таким образом открывается. И просто держите натяг. Минимум 10 секунд. Максимум, сколько сможете. Здесь открывается, натягивается. То есть любое, в общем-то, положение статическое. Держим до состояния тремора. Когда вот возникает вот это колебательное движение. Оно-то нам и нужно. Оно нас и лечит, друзья мои. Вот. Делайте упражнения эти каждый день, друзья мои, и вы почувствуете легкость в своем теле. Вы почувствуете, как вы за год не постарели, а наоборот, помолодели, друзья мои. Занимайтесь, потому что тело имеет такое свойство, если им не заниматься, оно нас просто задавливает, друзья мои. Это сказала не я, это сказал Бубновский Сергей Михайлович. Поэтому, друзья мои, своим телом нужно заниматься. Вот еще одно положение можно вот такое вот занять. Вот. И тоже сохраняется натяг. Дожидаемся состояния тремора. Лечимся этими колебаниями, друзья мои. И живем свой здоровый и активный образ жизни. Занимайтесь, друзья мои. Будьте здоровы, счастливы, богаты, успешны, процветающие. И делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть все зрители будут иметь долгое и активное долголетие, друзья. Пока-пока, до новых встреч. Пока-пока, подписывайтесь.